Так, ребята, у нас с котом новый этап в отношениях. Мы, правда, его, как все нормальные люди, обычно он в самом начале происходит, когда люди встречаются, потом каждый у себя дома ночует, да, мы изначально перепрыгнули его, а так как все знают, что мы были в ссоре недавно, вчера на день рождения в Брянске мы помирились, вот сейчас у нас этап кот идет к себе домой. Да, а ты к себе домой. А я еду к себе домой, да. В жизни так бывает. Ой, смешно.